Добрый день! Вашему вниманию предоставляется сегодня мини-трипод известной фирмы канадской Рекам. Ну и маркировка RTM-225BL. Данный трипод используется для небольших камер. Ну а в случае, если есть переходник, то можно использовать и с мобильными телефонами. Максимальная высота в разложенном состоянии составляет 215 мм. Минимальная высота 140 мм. Ну и можете регулировать, соответственно, между ними. В собранном виде составляет, соответственно, 150 мм. Максимальную вес, который она может выдержать, это, соответственно, 800 грамм. Можно ставить, конечно, небольшие зеркальные камеры, но все зависит от объектива. Если объектив достаточно далеко выходит за байонет, то, соответственно, камера заваливается. То есть нужен дополнительный упор. Так, вес штатива 115 грамм. То есть легко помещается в любую сумку, в кармашек. Количество секций 2. Так, ну а диаметр, соответственно, расстановки ножек максимальный. Вернее, минимальный диаметр ноги 10 мм. Так. В голове, соответственно, находится шар, благодаря которому можно придать любой угол, в том числе и портретную съемку. Так, ну и, как я говорил, ввиду того, что можно еще и регулировать высоту, соответственно, ножек. Так, поставляется вот в такой коробке. Внешняя сторона и обратная сторона, соответственно. Так, внутри находится сам штатив, ну и гарантийные обязательства, соответственно. Так, внутри находится винт, фиксирующий, соответственно, фиксирующие ножки. Так, вот это вот минимальная высота штатива. Соответственно, голова. Можно снимать портретную съемку. Так, ножки выдвигаются. Так, ну и вот уже, соответственно, высота. Непосредственно самого штатива. Если есть у вас держатель, соответственно, для смартфонов, можно прикрутить. Ну и использовать его, соответственно, как штатив для съемки видео, такие фото с задержкой на смартфонов. Для смартфонов. Так, ну и тоже можно использовать в виде ручки. Держать, соответственно, камеру, ну либо при помощи вот этого держателя смартфон. Так, ну и вот такой вот мини штатив трипод. Всем удачи, удачных покупок.